Физкульт, привет! С вами Загатов Владимир. Сегодня я вам покажу очередное упражнение на ягодицы. Это упражнение можно выполнять так же, как и с большим весом, так же, как и с маленьким, смотря какие цели вы себе поставили. Если у вас проблемы с поясницей, то надо выполнять с маленьким весом большое количество повторений. Желательно потом перейти на статическую, то есть приподняли бедра, замерли и плавненько опускаете. Если вы хотите округлить свои ягодицы и сделать их более крупнее, тогда я рекомендую выполнять это упражнение с более тяжелыми предметами. Если вы в тренажерном зале занимаетесь, то желательно положить гриф. Гриф в среднем весе 20 кг. И делать это повторение на 8-12 повторений. А если у вас цель на сжигание подкожного жира, то повторение можно выполнять от 30 до 100. 2-3 подхода. При выполнении с большим весом можно начинать с 20 кг и дойти до 100 кг. Мышцы бедра очень сильные, так что не переживайте. Делается упор на лопатки, ложитесь на скамейку, берете отягощение, кладете в области тазобедренной кости и делаете движение. При выполнении этого упражнения вы должны прочувствовать ягодицы, ни в коем случае не квадрицепс. Если у вас начинает грузиться квадрицепс, меняйте положение стопы или дальше и ближе, и вы должны почувствовать. И при поднятии ягодиц еще сами напрягайте ягодицы, эту мышцу, чтобы лучше чувствовалась проработка. Вот, если хотите сделать ягодицы стульчиком, тогда надо класть большой гриф, заворачивать его или в полотенце, или в коврик. И так же, как гриф кладется, упираетесь руками в него и поднимаете. Выполняю упражнение с бутылками по 1 литру. Нагрузка на ягодицы чувствуется. А по поводу моей формы одежды, я всегда в спортивной форме. До новых встреч. С вами был Загатов Владимир.